No, but we're happy that we get a win. Doesn't matter if it's overtime last game as or 6-3 like this. But we already forgot this game. It's about next day on Saturday. Да, конечно, мы рады этой победе. 6-3, хороший счет, но мы уже практически забыли о ней. Нам нужно уже готовиться к следующей игре. В чем секрет преображения Салават в плей-офф? What's the secret of Salavat's miraculous transformation in the playoff? It's only 3 games. We have to be humble. We're playing a really good team, so we're ready for Saturday. Сегодня пока 3 игры только сыграли, нужно быть скромными. Посмотрим. Минус, почему не оказались не готовы к началу игры? Проспали первый период, позволили сопернику дважды забить и, в принципе, допустили очень много ошибок. What's the reason of not very good play in the first period? You were allowed 2 goals. And, what was the reason? No, but like I said, we're playing a good team. It's 2 teams just battling out there and. They scored 2 first, but good for us that we came back and won the game. Ну, как я сказал, мы играем с очень хорошей командой. Они забили в первом периоде 2 гола, да. Но, к счастью, мы смогли вернуться в игру и продолжаем. Как в физическом плане себя чувствуют? Именно их звено очень много времени проводят они на льду. Your line in particular has a lot of ice time. How do you feel in terms of physical shape? Feel great. Великолепно. Линус, вот после первого матча Салават отошел от той тактики, которую придерживался Авангарду в прошлом году, играть от обороны, терпеть, ждать своего шанса. Складывается ощущение, что начали Авангард бить их же оружием, бросают активно в атаке, много времени проводят, владеют шайбой. Так ли это? Ну вот, была ли такая задача все изменить вот в эту сторону? Your tactics have changed in this game compared to the previous games. Was it the task assignment from your coach just to keep puck, more puck control, more shots? We're playing at home. We go out there and have fun. That's what we do. Мы играем дома, мы выходим на лед и получаем здесь удовольствие. Вот все, что я могу сказать. Но ведь во втором матче в таком же стиле играли, хотя играли не дома. But in the second game in Balashiha, you played in the same style, although it was not a home game. We don't really. We try to play hard. We try to win every battle. That's our game plan. Мы пытаемся играть жестко, твердо и играть свою игру. Так что вот в каждой игре. Пытаемся. Сегодня было заброшено 8 шайб на обе команды. Стоит ли ожидать более закрытого хоккея в следующей игре, игре от обороны? Both teams scored 8 goals in this tonight. Should we expect a more close game next game? We'll see. You never know. It depends on the goalies if they have a good night or not. But it's gonna be tight. We were under 2-0, and then we got 2-2, and then we just had luck in there, or not luck, but we're lucky bounces for 3 goals there. 0-0 next game. That's how it starts. Ну, посмотрим, как получится. Тут нельзя никогда загадывать. Ну, очевидно, игра будет более закрытая, да. А сегодня они забили 2, потом мы забили 2, потом нам просто, ну, повезло, 3 гола мы забили, нам просто везло. Последний вопрос, коллеги. Сегодняшняя результативность, имеет ли значение, что серия переехала на большую европейскую площадку? Tonight's productivity, production, so much scoring, was it a result of going to the wider ice surface compared to Belgium? No, the first game was 5-2, and now it's an empty net, and it doesn't matter if it's bigger ice or smaller ice. That's we try to play the same way, winning battles out there, and that's hopefully that's going to take us far. Да, нет, это не имеет значения. Первая игра закончилась со счетом 5-2, там тоже было много забито голов. Мы пытаемся играть твердо, жестко, и пытаемся всю борьбу выигрывать на каждом участке поля, так что так будем продолжать.